Трепещи перед могуществом Немирмиги, глупец! Нападения на город не сойдут тебе с рук. По крайней мере, пока на его страже стою я, механист. Ты со своими консервными банками не сможешь остановить мою армию. Жителям этого города нечего бояться. Их защитит механист. Посмотрим, посмотрим. Вперед, мои верные враги. Уничтожьте этого идиота вместе с его заводными игрушками. Вперед, мои верные враги. Покажите этим бандитам истинную силу, Джонни. Теперь мир принадлежит мне, не Мирмике. С тобой все в порядке? Тебя не задело, нет? Наверное, надо бы извиниться за грубый прием. От этих двоих последнее время одни неприятности. Меня зовут Роу. Обычно называют дядюшка Роу. Добро пожаловать в общину Кентербери и во всем ее нынешнем великолепии. Это механисты Немирмика. Так они себя называют. Я понимаю, звучит по-дурацки. Не так давно Немирмика на нас напала. Это я ту женщину с муравьями имею в виду. Механист встал на защиту города со своими роботами. И все бы ничего, но их сражения становятся все масштабнее и отпугивают торговцев. А им никак не надоест. Великолепно! Я знал, что ты нам поможешь. Мне чутье это сразу подсказало, а я в таких вещах ни разу еще не ошибся. Найди, где прячутся механисты Немирмика, и уговори их прекратить эту войну или еще что-нибудь придумай. Получишь 200 крышек. Вообще-то достаточно остановить одного из них. Теперь, кажется, они появляются в Кентербери только чтобы подраться друг с другом. Это большая сумма, знаешь ли. Ну, раз уж мы сами не в состоянии справиться с проблемой, пусть так и будет. Договорились, но я хочу увидеть результаты. И как бы это, постарайся разобраться потише. Нам и так хватает недоделанных героев, устраивающих разборки на улице. Еще одного нам не нужно. Удачи тебе с этими двумя мерзавцами. Ты что тут делаешь? Почему не сработала моя защита? Это не Мирмика тебя послала? Немедленно отвечай, или мне придется тебя задержать для выяснения твоих истинных мотивов. Я понимаю, что у тебя самые благие намерения, но не стоит быть настолько наивным. Не Мирмика сумасшедшая, ее можно остановить только силой. Я бы очень хотел, чтобы все разрешилось мирно. Однако безумие Немирмики не позволит ей прислушаться к голосу разума. Увы, иногда длинные лапы тирании можно оборвать лишь бесстрастной клешней правосудия.
Это правда? Я правда стал для города большей проблемой, чем она? Я что, превратился в злодея? Не значит ли это, что мне пора остановиться? Мне... Думаю, я просто сниму костюм и перестану быть механистом. Но мне стыдно возвращаться в город после того, как я причинил ему столько вреда. Вот, прошу, возьми костюм. Я больше не хочу об этом думать. Не могу ничего найти. Когда найдешь этих двух клоунов в костюмах, пристрели обоих. В пылу драки я же так официально и не поприветствовал тебя, верно? Добро пожаловать в общину Кентербери, дом торговцев, караванщиков и, главное, место отличных сделок. Ты тут по делу или отдохнуть? Да чуть не все на свете, в зависимости... Великолепно! Без него Немирмика отправится куда подальше, и община Кентербери снова будет в безопасности. В сравнительной безопасности, конечно. Ну, вот и оговоренная плата за твои первоклассные услуги. Еще раз спасибо тебе. Ага, пока.